Смотри, какой Спанч Боб крутой. Май, это шериф. Ого, серьезный-то какой, да. Май, если кто спросит, я шериф. Всем привет, дорогие друзья. Вы обвиняетесь за то, что не поставили прямо сейчас лайкусик, поэтому прямо сейчас ставьте лайк. Да, ребяшки, и пока что мы вас не обвиняем за то, что вы не поставили колокольчик, поэтому ставьте скорее сейчас. Да, же. И подписывайтесь, а иначе это тоже, знаете что, это нарушение, короче, вообще как бы всего, поэтому прямо сейчас лайк, подписка, колокольчик и вопросик дня. Если бы вы путешествовали, на чем бы вы поехали? На поезде, на самолете, либо на машине? Ма, я бы на поезде. Я бы тоже на поезде, я боюсь летать, самолетов боюсь, высоты боюсь, вообще капец. Вообще всего боится, ма, короче. Высота мой самый страшный друг и враг. Все, отлично, ма, короче, надо на высоту, а там как бы мы с ней разберемся. Так, все, мы погнали. Не надо мне на высоту, я боюсь, все, пошли, ладно, окей. Все, отлично, ма там кекнет и все будет нормально. Так, все. Все, я и все выиграю. Ма, вау, поезд, смотрите, друзья, ма, круто. Офигеть, а что такое большое? И рельсы такие, а откуда она везет тут? Ма, походи, Людочка, смотри, тут дрова везут, или ну-ка, Людочка, что там такое? Ма, побежали быстрее. Подожди, ты уверен, что там дрова, а не кости людей? Ладно, пошли. Ма, что такое рассказ? Кстати, ма, иди сюда, я сейчас расскажу о кое-что. Ма, ты слышала легенду про поезд-призрак? Нет, не хочу слушать. Май рассказывай. Пошли. Байки с Глеба. Ма, пошли под подвал. Иди сюда, под лестницу. Ну, отлично. Отличное место для рассказа истории. Короче, ма, в темном. Так, сейчас вот так встану, чтобы окно тебе не светило. Так, ну, а чем бы его закрыть? Че, фиги? Не надо темноту сделать. Я так боюсь. О, все темно. Ма, темное время, короче. Однажды я стоял на станции. Дул такой холодный морозящий ветер. И вдалеке раздался гул поезда. Только, ма, подъехал не поезд, а поезд-призрак. Да, галюны были, ты замерз, у тебя галюны, сучи. Ма, не прав. Так, Лёчка... И вообще, что ты такой солнечный день портишь своими байками из хлеба? Ну все, Лёчка, здравствуйте, как у вас дела? Это вы поезд пригнали? Так, гламончики, у нас в городе, да, строили железную дорогу. Круто, да? И можете испытать, вы будете первые. Я этот поезд нашла в старом депо. Угля я навалила, вам нужно лишь запустить. Если взорветесь, я буду искать других хохломончиков. Но надеюсь, все будет хорошо. В смысле, как можно искать других хохломончиков? Мы с тобой 2 года знакомы, Людка-предательница. Ма, ты что такое говоришь, слышишь? Я в шоке вообще. Я от ситуации просто в шокенции. Ма, слышишь? Короче, так, все, нам... Ма... Вообще взорвём всё реально. Что делать-то? Придётся. Так. Придётся искать других хламончиков, я её пасть порву моргала. Ма, вот в натуре, Лёчка, слышите, думаете, что говорите вообще? Ну, так. И что делаете? Так, сейчас... Как тут заходить? Ма, сейчас, подожди. Вау. Ма, кстати, под колёсами нельзя бегать. Сейчас я встану. Опачки, побежали под колёсами. Ма, садись, короче, давай. А как сесть-то? Правой по паровозу, ма. А, я по тебе хлопнулась. Ма, вон, на вагон садись, давай, вот, на вагон. Давай. Села. Я села. А, ну-ка, сейчас подожди, сейчас посмотрю, где ты там сидишь, ну-ка. Я в задней. О, ма, привет. Ма. Я в задней. Ну, да. Ну, можно я тут посижу или мне вперед? Натя. Ну, ты что, стой, сидечко одно. Все. Что творишь? Ма, все, сейчас, короче, запускаем, друзья, смотри, сейчас будем запускать. Так, нажимаем вот эту штучку. Тут поехали. Вау. Так, ну-ка, сейчас, смотри, запускаю. Ма, поехали! О, мы покатились! Смотрите, друзья! Поезд отправляется! Фу-фу! Женечка, а тут какой-то красный рычаг, можно нажать? Ма, нельзя, это стоп-кран, короче. Так, только разгоняюсь больше. О! Смотри, максимальная скорость, ма, смотри. Мы разгоняемся. Ма, он прям дымит что-то сильно уже. А куда мы вообще едем? Ма, я не знаю. Давай сейчас посмотрим. Смотрите, друзья, мы в туннель, что ли, или куда? Офигеть. Слушай, ма, так круто. Ну, какую-то старую шахту. Господи, зачем? Зачем мы загрузились? Ма, это прикольно. Ма, там еще живая? Да, пока что. Ну, пока что, да. Так, я все. Я же не на самолете. Ну, ладно. Ой, ма, тут темно. Ой, я ничего не вижу. Капец. Ма, сейчас, короче, там туннель, короче. Ма, ты там сидишь, нет? Да, мне страшно. Все, мы выезжаем из туннеля, прикинь. Ма, я уже вижу, вы из туннеля почти выехали. Круто. Ма, я не знаю. Так, это капец. Я ничего не вижу, мне страшно. Ой, я уже вижу свет. Ма, свет. Ой, я тоже в окошечко, там что-то проглядывается. Вау. Свет. Ма,
Мы что, обратно, что ли? Ма! Ты видишь тоже, что и я? А чё всё такое стрёмное? Это наш город? Подожди, мам, мы чё, обратно? Ма, вон у нас дом, только это не наш дом. Ма! Тут колючая проволока. Какого? Где? Вот, так, я останавливаю. Вон Людочка, сейчас у Людочки спросим. Так, все, я торможу, друзья. Так, включаю. Ма, выходим. Так, Людмила, здравствуйте. Что это такое тут происходит? Объясните мне, пожалуйста. А, Людочка, здравствуйте. Вы кто такие? Кто? Мама, охламончики, Людочка, охламончики. Я не знаю таких. Были тут они, но они погибли 10 лет назад. Они жили на 4-м этаже. Ма. В смысле? Мы погибли 10 лет назад? А при каких обстоятельствах, Людочка? Мама, куда вообще приехали? Смотри, что за фигня? Что с нашим... Ма, побежали быстрее домой. А почему мы погибли 10 лет назад, а Петр Александрович жив? Ма, не знаю. Слушай, давай так... Смотри. Ма, смотри, все в дерево тут такое деревянное, старое. Мраморные какие-то безвкусные ступеньки непонятные. Так, ну-ка, подожди. Ма, заходим. Помойка наш. О, стекло побили! Ма, ты на пол посмотри! Ма, тут походила, смотри, об стенку кого-то. Ма. Ты вообще телевизор видел? Господи! Ма, это мой телевизор! Что здесь происходит? Ма, моя что это... Ма, умывальничек, а наши стекла, они все разбиты, смотри. Что за фигня? Ладно, хоть механизмы. О, господи, я не хочу прыгать в эту черную дыру. Ма, ты крой лучше. Офигеть. Ну, пойдем посмотрим, что на втором этаже. Ну, пошли, ма. Да, все так обычно, как и обычно течет. Миша, ты тут не помер, короче, за эти 10. Ма, слушай. Ма, что-то страшно, капец. О, какая жуть-муть вообще. Ма, ты на балкон посмотри, тут просто... Да. Все раздолбали. Ма, слушай. Куда мы вообще приехали? Это что за фигня? Ма, тут кетчуп разбился. Глянь-ка вот. Ма, тут кетчуп. Смотри, это телевизор второй, ма. Они погибли 10 лет назад, и тут кетчуп. Это совершенное убийство. Би-би-би-би-би. Мам, мне... Ума, пошли спать, короче. Завтра кто-то нас грохнул, короче. Я думаю, что это Людка, она скрывает. Ма, подожди. Подожди, мы куда-то... Мы приехали в альтернативную реальность. Пошли по улице погуляем, посмотрим. Ты думаешь? То есть в альтернативной реальности мы уже давно того? Ма, я думаю, да, смотри. Это поезд, призрак, ма, это поезд нас не туда привез. Да господи, это обычный поезд, он не может быть призраком. Как это, ма, ну смотри, мы приехали не туда, мы уехали, все было отлично. Ма, я тебе говорю, это паранормальное явление, этого не должно быть. Ма, ты на кран посмотри, с чего он состоит. Это какие-то... Ма, ну-ка сюда. О, смотри, иди сюда, вау. Что там? Ма, смотри. О, ну давай спустимся, посмотрим, что там. Ма, чисто одним глазком. Да, давай. Ма, опа. Вау, ты слышала? А, блинский юбки, как страшно-то. Ма. Что за кошмар? Ма, заходи сюда, жесть. Что за студия кошмара, господи. Ма, стукни меня. Ты слышала? Да, ты говоришь. Я тоже почему-то мужским голосом. Ладно, давай зайдем сюда. Блин, это студия пыток. Ты посмотри, вот так зайти, встать. Ма, страшно, выходим. Это очень страшно, очень. Мы не знаем, что это такое. Слушай, ма, это реально поезд-призрак. Мы не знаем, что такое. Ребят, короче, мы выходим отсюда. Нафиг! Так, все, я сейчас посмотрю, там, что там вообще в поезде. Что там есть, кого там есть. Ма, у нас уголь. Так, только... У нас уголь кончился, надо уголь. В смысле кончился уголь? Какой? Какого нафиг? Где нам уголь тут искать? Ма, я не знаю, пошли копать, короче. Чем? Руками? Ма, хоть ну, зубами, главное отсюда убраться, ма. Так, есть у нее что там? Может, есть где? О, я нашла железные кирки, иди сюда. Где? О, забираем. Все, пошли. Так, пошли, ма, сюда, короче. Уголь? Вот здесь, может. Слушай, ма, тут страшно, капец, ма. Капец вообще. Все, ма, давай кран рассмотрим, смотри. Чего это? Это обои, на которых... Ой, ужас какой. Ма, ты посмотри лучше на лестницу. Ма, на лестницу глянь. Ржавая лестница. Не лазай по ней, она тоже грязная. Так, и что, где копать-то будем? Ма, страшно, очень шахту страшно. Шахту поем. Ма, смотри, какая тут шахта страшненькая. С трубой какой-то. Ма, ржавая труба. Ма, тут все ржавое. Белые блоки. Ма, тут все ржавое, вообще капец. Ну-ка. Так.
Уголечек наш, уголечек. Ма, ты нашла уголечек? Нет. Ой, блин, я тут такое стекло убью. Стекло, что ли? Ой, мать! Ой! Мать! Ты что творишь? Ты что свет-то вырубил, алло? Я не знал, так все, выбираемся. Давай пошли отсюда, мне очень страшно. Мне тоже страшно все, я не хочу там копать. Короче, друзья, мы, походу, дело попали в альтернативную реальность или что, я не знаю даже. Ма, иди сюда, ма! А, что? А, блин, хватит пугать, ма. Так, все, думаем, ма, где можно угля добыть? Ну, там займем, я думаю, все нормально будет. Так, займем чего, угля? Да, ма, угля, короче. Господи, какой жуткий забор. Хочешь перепрыгнуть? Ма, нет. О, давай посмотрим наш домик вот этот. Ма, домик нас, наш милый, уютный игровой домик. О, боже, смотри, вся приставка сломанная. Ма, ты зайди внутрь. Подожди. Не туда побежала, ма, ну, это, вот сюда. А, игровой домик, приставка. Ма, ты зайди внутрь. Видела этот прекрасный игровой домик. Пошли отсюда нафиг. Так, капец. Нам надо в банк. Ты вообще думаешь, нам надо выезжать отсюда? Вдруг нас затянет во временную петлю или еще куда-нибудь. Ма, ты слышишь звуки? Тут. Да, какие-то свистящие жуткие звуки. Да. Мне это не нравится. Так, здравствуйте. Угля, нам пож... Ма, это уголь, смотри. Она так смотрит на меня. Посмотри на нее. Она так смотрит на меня. Я не хочу на нее смотреть. Она такая жуткая. Мадам. Не разговаривай с ней! Она засосала свою черную дыру. Все, давай копай. Давай, мам. Это уголь? Не знаю, надо посмотреть. Смотри, это уголь, это реально. Да, блок. Блин, мам, он так что копается. Не выглядит страшно. Как уголь. Мам, ты посмотри, как он копается. Он такой, да, он чернеет. Да. Так, все, мы накопали угля. На, держи. Так, все. Мам, давай отсюда уходим, все. Все, уходим отсюда. Уходим отсюда. Все, уходим. Ребят, ну вы видели это? Ма, давай в Гоги зайдем. Ма, смотри. Это же Гога тут. Слушай, как бы ночь не настала, мне кажется, тут еще страшнее станет. Так, ну-ка. Гога. Здравствуйте. Гога, как вам тут? Ну-ка, сейчас, ма. Сейчас... О, я бургер его попробую сейчас. Ма, попробуй, давай бургер вместе. Слушай, по-моему, это 10-летний бургер. Ма, я очень проголодался. Давай, иди, ма. Ма, что-то я теряю сознание, ма. О, боже, нет. Ма, голова болит, ма. Ой. Где ма? Ма! Ма, собака! Ма, это собака! Ма, собака! Так, ты чё? Фу, тут какие-то фу, обрыганные полы. Ма, что такое говоришь? Это ма, собака, пи-пи-пи. Собака, ке-ке-ке. А, это всё собака. Ну, это же собака села и заплекала. Ой. Походу, ма, я вырубила собаку, вот она. Я возьму ее как трофей, окей? Ма, это страшно. Слушай. Слушай, где мы вообще? Мы... Гога нас, походу, дела... Ма, Гога нас, короче, напоил снотворным. Он нас хочет сожрать! Ма, давай убираемся отсюда. Ой, люди! Кто мы? Здрасте! Да, здравствуйте. Подожди, а кто это? Ма, я не кто знаю. Это? Ма, здравствуй. Ма, подойди, подойди с ним, поговори. Подожди, они, по-моему, за... Вы что, хотите что-то узнать? А, здрасте. Ай, ма, они битами атакуют! Они бьют тебя? Капец, да. Бежим отсюда! Ай, блин, ай, он меня ударил по хеду. Боже. Ма, беги быстрее, беги. Все, валим, короче. Короче, какие-то ночные бандиты. Так, сейчас я угля загружу и текаем отсюда. Давай так, быстро, они, кстати, идут за нами, если что. Блин, ма, я так все, я сажусь, так, все, ма, садись так, быстрее. Так, как сесть, так, как сесть, на как поезд сесть? Правый, ма, вот сюда. Паника. О, все, давай быстрее загружай. Ма, сколько у тебя жизни? Немного, давай быстрее. Оп. Ты че, где, что? Ма, все, текаю. Так, все, так, я включаю, так, все, погнали. Погнали. Фу-фу. Ма, текаем отсюда. Мы вернемся. Ма, надо, короче, это молиться, чтобы мы вернулись домой. Так, и мы хотим домой, поезд-призрак, да. Мы хотим убраться из этого, да, измерения. Пожалуйста, верни нас, пожалуйста, домой, мы все сделаем. Мы смажем тебе колеса маслом супер-классным. Пожалуйста, только верни нас обратно. Мы смажем тебе колеса супер-классным маслом, мод. Рифма плет, что ли? Крышка едет, дом стоит, поезд едет, ту-ту-ля-ля. Поехали. Отлично, ма. Так, все, давай. Ма, как быстрее, это максимальная у вас скорость. Ой, ма. Ма, очень страшно, ма. Ма, я, кажется, вижу свет, видишь? Я вижу просвет. Ма, ты там просвет, знаешь, и ты увидишь. Так, идем сюда. Где? Ма, не скажу. Ой, ма. Ма. Тихо. Что, где? Я вижу свет. Я вижу свет! Я вышла на свет! Ой, я слетела с поезда. Ма, все, беги, ма, короче. Ладно, теперь я бегу, обгоняю поезда, обгоняю поезда. Я стопаю. Стопать?
стопаешь? Поезд, да что ли? Да пофигу, я, короче, ман, ну там как бы это, успеешь. Бума. Я бегу напротив тебя. Обгоняю поезда. Ма, ты что там обгоняешь? Так, все. О, мы приехали домой, так все. Да. Все, так все. Все, слазим, ма. Офигеть, ма, ты где там? Людка, здравствуйте. Мы приехали. Так, гламончики, вы что так долго? Вас не было 6 часов. Я думала, вы уехали и паровоз украли. Ну, как вам, понравился поезд? Люська, очень понравился. Мы, прикиньте, были в другом измерении, где, короче, мы рипнулись, ма. Людка, а что ты у тебя за ухмылка такая? Понравился ли нам поезд? Ты все знала, да? Скажи, карга, признавайся. Ман, что ты не угонишь? Ма, побежали домой, сейчас посмотрим. Вдруг у нас все... О, ма, нормальный дом. Смотри, как все нормальный ярко. Нормальный дом, шикарно, нормальный дом. Ма, давай зайдем, вдруг там пятно от все еще то. Все приятно. Ну-ка. Так. Ма, надо... Не, окна не побиты. О, все нормально. Че это? Чего? Ма. У нас кирпич вместо телека и рельсы нам на память. Кстати, я песика взяла. Он будет воспоминанием. Подожди, ма. Так если ты взяла песика, значит это все было на самом деле. Короче! Короче, ма, подожди, а ты что-то делает кирпич? Ма, подожди, что-то все-таки. Ма, может это не то измерение? Так, ну-ка. Ма, садимся опять на поезд. Иди, я не поеду больше в тот туннель никогда. Ма, ладно. Короче, дорогие друзья, так, ну-ка, ма, пропусти, я хочу... Короче, дорогие друзья, в общем, напишите в комментариях, странно это все было или не странно, куда мы попали, да. По вашему мнению. По-моему, страннее, чем этот пес, ничего не назовите. Ну, а короче, дорогие друзья, ставьте лайк, чтобы с вами всегда все было хорошо, и вы не попадали в разные странные ситуации. Дервишки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не провозгодили, и всем пока. Всем пока-пока. Ма, не это караул спать. Просто. На кирпичи залипать, пожалуй. Ма, все, я буду на кирпиче. Ма, я буду теперь на кирпиче спать, все. Это печка, да, моя. Спокойной ночи. Ма, отлично. Давай. Ма. На тебе ломиком по башке. Ты че, офигеешь, если я тебе ломик, ты нас знаешь, куда заснул? Ма, ай! Иди, все. Все, мы спим. Ма! Сидим, пердим. Ма, лови бумеранг в зубы. Давай! Ма!